Свой выбор в единый день голосования сделали также жители поселков Октябрьский и Томилино. Избирательные участки, которые расположились в школе номер 53, проинспектировал депутат Московской областной думы Дмитрий Дениско. Как у вас дела? Спокойно. Все спокойно? Обстановка рабочая. Все идет по плану. Потихонечку народ идет, голосует. Отлично. В здании 53-й школы в Октябрьском разместилось 5 избирательных участков. В общей сложности здесь могут проголосовать более 9 тысяч человек. Некоторые жители поселка сделали свой выбор досрочно. Из-за того, что люди идут спокойно, нету толпы, и мы должны понимать, что сегодня первые выборы полноценные, не онлайн, да, и я посмотрел там и методы, средства защиты все присутствуют, комиссии тоже как бы стараются за этим смотреть, на входе проверять температуру. Вот, я думаю, что в этом плане тоже будет все нормально. Еще одним местом, где жители городского округа могли сделать свой выбор, стала Томилинская школа 17. Там работала участковая избирательная комиссия номер 1536. За процессом голосования следили наблюдатели от различных политических партий. Все спокойно, явка у нас небольшая, никаких эксцессов не выявлено. Пункты для голосования закрылись в поселках городского округа в 20:00. После этого члены участковых избирательных комиссий приступили к подсчету голосов. Луиза Егазарян, Александр Колганов, Петр Пономаренко, телеканал ЛРТ.